Я всех приветствую на своем канале. Буквально пару слов о мероприятиях, которые проводят анимационные команды во время отдыха в турецких отелях. Анимашки стараются для вас. Не лежите целыми днями там на пляже, не прожигайте время в барах. Занимайтесь активным отдыхом. Я и стрелял из лука, играл в гольф, в бочу, в дартс. В волейбол, правда, не играю, потому что я только до нижнего края сетки допрыгиваю. А так, это не только приятно и интересно, это еще и полезно. Посмотрите, вот такую вот сумочку я выиграл в отеле «Дельфин Империал» по турниру в дартс. Очень удобная вещь, вот у меня как раз входит сюда камера. Барышня может там положить зеркальце, помаду, расческу, карту ключа от номера. В общем, интересная вещь. А вот такую вот я сумку выиграл, играя в бочу. Я не знал ни правил, команда была вообще вся состоящая из немцев. Но тем не менее, мы победили. Вот такой вот приз. Мы сейчас посмотрим, как развлекается турист.